Зонтик девичий растет на почве в сосновых и смешанных лесах, на лугах, появляется одиночно или группами, встречается редко, сезон, август-октябрь. Шляпка у зонтика девичьего диаметром 4-7 см, тонко-мясистая, вначале яйцевидная, затем выпуклая, колокольчатая или зонтиковидная, с низким бугорком, край тонкий, бахромчатый. Поверхность очень светлая, иногда почти белая, бугорок буроватый, голый, остальная поверхность густо покрыта крупными волокнистыми чешуйками, вначале они белые или светло-орехового цвета, затем темнеют, особенно в центре шляпки. Ножка высотой 7-12 см, толщиной 0,6-1 см, цилиндрическая, кверху сужается, с клубневидным утолщением в основании, бывает изогнутая, полая, волокнистая. Поверхность ножки гладкая, беловатая, со временем становится грязно-коричневатой. Во многих регионах распространение зонтик девичий редок, требует охраны. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.